Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, и я Вика. Снова вяжем носки. Интересный такой способ, девчонки, не могла вам не показать, сама попробовала, вам показываю. Так, нитки у меня опять 200 метров в 100 граммах, остатки, девчонки, как обычно. Поэтому даже этикетки у меня нет на эти нитки. Моя нога, спицы 2,5 миллиметра. И платочная вязка. Петель набираем, сейчас я вам скажу. Вот если моя стопа 24 сантиметра, и вот если сложить вдвое эту деталь, минус 4 сантиметра, то есть 20 сантиметров, всего 40, то есть двойная деталь. Здесь у меня 4 сантиметра, длина вашей стопы минус 4 сантиметра. В моем случае это 90 петель. Я набрала на спице 90 петель и провязала платочной вязкой 5 сантиметров. Теперь я буду добавлять, я привяжу нить другого цвета и свяжу 4 ряда этой нитью. Вот смотрите, провязала я 4 ряда. Красную полоску и 8 рядов, 2 раза больше желтую полоску. Всего у меня 7 сантиметров высоту. Теперь будем делать мысик. Для этого я разделила все петли пополам. У меня здесь 80 петель, и я делю по 40, 40 с одной стороны и 40 с другой стороны. Теперь что я делаю? Я вот эту нить оставляю здесь и переодеваю, просто переодеваю петли на правую спицу. До маркера у меня осталось 2 петли. Я здесь вот привяжу красную нить. Так, и делаем вот следующее. Вот эти 2 петли провязываем вместе лицевой. 1. Снимаем маркер. Это 2 петли было перед маркером. Далее следующие 2 петли тоже лицевой после маркера. И третий раз 2 петли лицевой. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем. 2 провязываем и 2 желтые вяжем вместе, поворачиваем, первую снимаем. То есть в каждом ряду в конце мы будем добавлять вот 2 желтые петли, но только одной петлей провязав их вместе. В лицевом ряду лицевыми петлями, в изнаночном ряду изнаночными петлями и так далее. Продолжаем вязать и закрываем, девчонки. Вот смотрите, мы до того момента, я сейчас так передвину, вот визуально вы должны определить, вот что у вас уже хватит, да. У меня здесь осталось 16 петель, на центральных спицах у меня 22 петли и здесь 16. Вот, и сейчас я решила, что мне хватит. Теперь я буду поступать таким вот образом. Те петли, которые я перенесла на правую спицу, я возвращаю обратно и буду вязать желтой нитью платочной вязкой. Все мое вязание. То есть лицевой, изнаночный ряд лицевыми петлями. Вот здесь я вот приближаюсь к моим красным ниткам и привязываю этот обрезанный кончик. Так, и вяжу далее. Так, до конца ряда. Теперь я просто вяжу ровное вязание.
Так, вот смотрите, девчонки, провязала я 4 ряда платочной вязкой желтой нитью. Теперь я перехожу на резинку, вот как в этом. Резинка 2 на 2. 2 ряда буду вязать красной нитью, 4 ряда желтой. Вот так вот 3 полосочки сделаю. Остальное довяжу высоту резинкой 2 на 2, девчонки. Это уже на ваше усмотрение. Можете до конца провязать полосами, как захотите, можете вообще их не делать. Поэтому вот нитью другого цвета я вяжу резинкой 2 на 2. И тоже высоту регулируйте так, как хотите вы, как вам нравится. Высоту носка я имею в виду. 10 сантиметров резинкой я провязала. Вы уже смотрите, как вы хотите. Далее закрываю петли по узору, то есть где лицевые петли лицевыми, где изнаночные изнаночными, вот таким вот образом. И так до конца ряда. Так вот выглядит вся наша конструкция. Теперь я складываю лицевыми сторонами вовнутрь, в принципе, лицевой стороной вовнутрь. И здесь, когда я закрывала петли, я оставила подлиннее нить, одела ее в иглу. Сшить можно, конечно же, крючком и можно иглой, кому как удобнее. То есть сборка уже полностью на ваших предпочтениях. Я сошью иглой, а вы, девчонки, смотрите. Шов тоже, я думаю, не имеет значения. Сшивайте так, как вам удобно. Вот. Весь шов у нас будет вот так вот продвигаться здесь. И потом поворачиваемся и сюда. Нигде ничего. Вот, смотрите. Раз, два. Сшила я. Ниточку теперь обрезаю. И все. Вот такая вот смешная, необычная, странная конструкция. Да, и вот получается у нас носок. Выворачиваем. Платочная вязка, как мы знаем, очень эластична. Пришли мне новые ноги, девчонки. Так что теперь уже будут получше фотографии на ноге. Коллега моя сказала, страшная, как из фильма ужасов. Ну, говорю, мне это все равно, я там носок одену. В общем, одеваем. Одеваем носок. Вот видите, на ноге он смотрится очень, очень симпатично. И вот здесь вот все тоже. Хотя это манекен, но на моей ноге тоже очень все хорошо садится, как ни странно. И симпатично смотрится. Вот такие вот носочки у нас сегодня, девчоночки. В мою коллекцию, в сумочку я собираю отсылать. Вот, вы вяжете себе или кому-то. На этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Ставим лайки, подписываемся на канал и на инстаграмчик. Все, пока, девчоночки.